значит, что это такое? О! Все это безобразие просто включается вот таким вот образом. Давайте посмотрим, все ли они одного цвета. Да, судя по всему, они все одного цвета. Это светлячки, которые надо вставить в воздушный шарик перед тем, как его надуть. А вы вставляете воздушный шарик, включаете, и ваш воздушный шарик гораздо симпатичнее начинает смотреться на каком-то там детском празднике. Вещь достаточно простая, стоит очень недорого. Ребенок будет доволен, что еще надо. Намечается у вас у ребятенка день рождения с шариками. Запаситесь чуть заранее. Делаете вы наоборот какие-то там праздники кому-то что-то. Опять же, запаситесь заранее. Да, в принципе, можно как-то еще там по-разному использовать их, судя по всему. Светлячок маленький. Нет, не герметичный, но все-таки маленький светлячок. Как использовать, можно придумать кучу вариантов. Есть разные цвета, я вот заказал именно такие.